Всем привет, с вами Светлана. Добро пожаловать на мой канал. Я решила сделать ватрушечки с творогом. Я взяла 300 грамм творога. Сюда вбиваю одно яйцо, 2 ложки сахара. Перемешиваю все это. Сюда добавляю горсточку размоченного и помытого изюма. Добавляю щепотку ванилина. Перемешиваю, и начинка готова. С теста делаю небольшие шарики. Если у вас есть кухонные весы, очень удобно ими пользоваться для того, чтобы сделать одинаковые по весу изделия. Примерно 95 грамм получились вот такие вот шарики. Раскатываю. Далее делаю таким образом. Нужно разрезать по краям, не до серединки, на 3 части. Выкладываю немного творога. Обхватываю творожок и щипываю края теста. Второй край и третью. Ватрушка готова, выкладываю ее на противень. Со следующими поступаю также. Пока нагревается духовка, ватрушечки оставляю на расстоечку на 15-20 минут. Смазываю взбитым желтком. Сверху посыплю сахаром и отправляю в духовку до полного выпекания. Прошло 30 минут. Ватрушки готовы. Такую выпечку несложно готовить. Аромат стоит обалденный. Готовьте с любовью к своим родным и близким, и тогда у вас все получится. Всем приятного аппетита! Пока! До новых встреч!